Станция «Площадь мужества» Петербургского метрополитена открыта 31 декабря 1975 года в составе участка «Лесная академическая». Названа по расположению у одноименной площади. Площадь мужества – односводчатая станция глубокого заложения, глубина примерно 67 метров. Одна из первых двух в СССР данного типа. Другая подобная станция – политехническая. Тематика станции посвящена героизму и стойкости ленинградцев в годы Великой Отечественной войны. Это связано с тем, что станция является ближайшей к Пискаревскому мемориальному кладбищу. Путевые стены облицованы серым мрамором, пол выложен серым гранитом. Южный торец станции украшает надпись «Слава героям тебя, Ленинград, стоявшим». Противоположная северная торцевая стена покрыта алюминиевыми полосами с декоративной клепкой. Ее венчает подсвеченная изнутри пятиконечная звезда из нержавеющей стали. Освещение реализовано оригинальными светильниками, стилизованными под чаши вечного огня, установленными над путевыми зонами. Светильники расположены группами по три штуки, но крайние светильники собраны в группах по 6 штук. Наземный вестибюль станции выполнен по проекту архитекторов Рапопорта, Свирского и Юшканцева. Позднее к нему было пристроено здание по адресу Политехническая улица, 17. Из наземного вестибюля на улицу ведут два выхода – на площадь Мужества и во дворы Политехнической улицы. Но выход во дворы в настоящее время не используется.
В названии и оформлении станции увековечена память о мужестве защитников и жителей Ленинграда в годы блокады. Еще при строительстве станции севернее был предусмотрен пошерстный съезд между главными путями, так как планировалось, что именно эта станция должна была стать конечной. Планы были изменены в связи с размывом 1974 года, в результате которого конечного стала станция Лесная. Ликвидация последствий аварии производилась одновременно со строительством следующего участка линии, поэтому при открытии станции конечной стала Академическая. Однако оборотный тоннель за площадью Мужества все-таки был сооружен, без путей. И, как оказалось позже, это было не зря. В 1995 году произошел новый размыв. В связи с этим с 6 по 25 декабря 1995 года в оборотном тоннеле были смонтированы рельсы для возможности оборота поездов. По съезду осуществлялось пассажирское движение. На станции использовался только второй главный путь. Накануне восстановления сквозного движения на линии с 11 по 20 июня 2004 года пути в оборотном тоннеле были разобраны за ненадобностью. Также в 2004 году была проведена замена освещения наземного вестибюля. В 2005 году, к 60-летию Победы, на станции был проведен косметический ремонт. Южная торцевая стена была обшита композитными панелями. Надпись над выходом в город была отреставрирована и позолочена. В 2010 году была произведена замена облицовки путевых стен. Необходимость такого ремонта руководство метрополитена объяснило появлением трещин в отделке путевых стен, в первую очередь на консолях светильников. В 2017 году на станции была произведена замена освещения, увеличена яркость светильников.